Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Девочки, у нас был снег. Это какой-то кошмар, просто. Я уже, знаете, в мыслях морально, скажем так, я уже все сажаю. Я собиралась на этих майских праздниках, ну, по крайней мере, подготовить все в огороде таким образом, чтобы высадить. И что получается? Единственное, что я в парник посадила, ну, там редисочку, всякое такое, вам сегодня покажу. Надо будет пойти посмотреть, может, там и взошло что-нибудь у меня, вот, уже. Но у нас был снег, это кошмар. А сегодня целый день идет дождь, а я собиралась все подготовить, чтобы потом просто, когда стало тепло, пойти и посадить все. Кошмар какой-то, прям это вообще, знаете, настолько обидно, все планы просто под ноль. Сегодня целый день идет дождь с утра. Целый день обещают, и завтра обещают дождь, и послезавтра обещают дождь. В общем, все праздники обещают дождь. Это ужасно, на самом деле. Вот, и дома такое сонцарство, у меня дома все. Дома у нас такая тишина, только слышно, как моя стиральная машинка работает. Потому что из-за такой погоды ничего не хочется делать. И все, в общем, дрыхнут у меня. Вот, я вам в сегодняшнем видео снова покажу свой заказ La Moda, ко мне должен прийти. И сегодня как раз-таки, ну, я говорила, что у меня, наверное, будет много покупок La Moda, потому что мне нужно приодеть мальчишек, мужа, в общем, всех приодеть. И поэтому я там сейчас очень активно заказываю. Вот, и еще я тут получила свой заказ с сайта фармакосметики. Хочу вам его показать, потому что здесь продукты, ну, любимки мои, скажем так. И еще один продукт заказала по вашим рекомендациям. Так что давайте сейчас все покажу. Но все ссылки я, как всегда, вам оставляю внизу в инфобоксе. Итак, вот мой заказ. Заказываю я до пункта выдачи. Оплачиваю, когда онлайн, когда на месте. Ну, в общем, там и так можно. Ни на что это на самом деле не влияет. Давайте покажу, во-первых, вот этот вот шампунь. Я ему уже попользовалась. Потому что красила волосы. Это шампунь-стабилизатор цвета от марки Olin. У меня был точно такой же, только большая бадья. Но большая бадья ни к чему. А здесь 250 мл. Хорошо, ну, как бы останавливает реакцию краски. Мне кажется, ну, мне нравится. В общем, я пользуюсь уже много-много, не знаю, второй год, наверное. То есть постоянно покупаю. Вот последний раз покупала большую бадью. И как-то вот решила в этот раз взять маленький, потому что большую, конечно, ни к чему мне. Кстати, да, переделала маникюр, сделала себе вот такой, немножко кривенько, конечно, сделала, как обычно. Ну ладно, что-то такое хочется. Яркая погода, плохая. Хочется чего-нибудь яркого. Так, это у меня была накладная. Так, заказала, я вам советовала вот такие маски от этой марки. Japan Glass, наверное, так правильно называется. У них появились новые масочки, по крайней мере, на сайте фармакосметика. Вот такие. И они только больших упаковок. Курс из 30 масок. Ну, я подумала, ладно, я возьму большую упаковку. Тем более, они мне нравятся. Я их быстро использую. И да, классные маски. Мне безумно они нравятся. Всем советую попробовать. Там есть и по одной штучке, и по 7 штук. И вот я, по-моему, по 15 даже. Я взяла вот эти 30 штучек. Единственное, что мне не нравится, что здесь нет вот такого штучки на шее. Вот. Так что буду пробовать. Я заказала вот такие маски от компании Vichy. Кстати, тоже по вашим рекомендациям. Многие мне писали: Наташа, обязательно попробуй. Очень крутые маски. Но я решила взять, попробовать вот в таких, как это, саше правильно называется. В общем, взяла вот такую. Это у нас, по-моему, с черным, с активированным, что ли, углем. Минеральная маска пилинг, двойное сияние с фруктовыми кислотами и вулканическими частицами. В общем, попробую. Мне рекомендовали, кстати, именно вот эту маску попробовать. Я еще до кучи взяла вот такую. Там продается цена за две вот такие штучки. Минерально успокаивающая маска, такой тоже. И вот такую мне рекомендовали попробовать масочку. Тоже экспресс-маска на тканевой основе из микроводорослей. Только она, видите, здесь, я так понимаю, сама ткань, а здесь вот какая-то жидкость. Вот. Тоже мне одна девушка писала, что просто безумно ей понравилось. У нее сухая кожа тоже, и вообще она в полном восторге. Видите, как нужно тут как-то делать? То есть смешиваете и наносите. В общем, вот такие вот тоже две штучки взяла. Надо будет обязательно
попробовать. Еще из масок я взяла вот такую маску, которую беру. Это, наверное, моя четвертая, может быть, упаковка. Очень люблю эту маску. Хорошо для тех, у кого есть какие-то высыпания или жирная кожа. Из вот этой марки Кора. Это одна из самых лучших масок. Очень она мне нравится. Действительно, вот все, что здесь написано, все делает. Сужает поры, восстанавливает, антиоксидантное, выравнивает тон, увлажняет, питает и еще борется с высыпаниями. Обычно они у меня бывают раз в месяц. С этой маской их вообще нет, девочки. Очень классная маска. Для тех, у кого проблемная кожа, я очень-очень ее советую. Также я взяла еще вот такой шампунь, тоже взяла маленький объем, потому что у меня закончился большой объем шампуня, большую литровая бутылка осталась маска и кондиционер, поэтому я, чтобы добить маску и кондиционер, взяла вот такой вот еще шампунь, сохраняющий цвет и блеск окрашенных волос. Вот такой вот. Вот. Но марку Олин, как вы видите, я люблю и очень советую. Из бюджетного ухода за волосами это самый лучший уход. Серьезно. Вот сколько бы я чего другого не покупала, все время в итоге возвращаюсь к марке Олин, потому что и недорого, и при этом очень-очень хорошо действует. По вашим рекомендациям я заказала вот такой крем для рук. Несколько девушек мне писали о том, что действительно очень классный крем для рук от марки Веледа, восстанавливающий гранатовый крем. Вот такой вот. Еще не пробовала его, потому что вчера получила посылку. Вчера я использовала вот этот шампунь, но он мне нравится, я уже им пользовалась неоднократно. А вот кремушек, вот этот вот я еще не использовала, но я думаю, что мне понравится, потому что девушки писали, что очень сильно нравится вот этот крем. Вообще марка Веледа, у них прикольные, кстати, продукты. В общем, обязательно попробую. И в подарок мне дали вот такой антимикробный гель для рук. Вот, ну вот эта вот вещь, она всегда у меня должна быть. В машине, по крайней мере, всегда у меня валяется. Если понравится, обязательно возьму в полном объеме эти маски. Вот это я уверена, что мне понравится. Это мои любимки. И вот это вот тоже буду пробовать. Я думаю, что мне понравится. Вот, так что вот такой был заказ. Ну что, девочки, вот мой парничок. У нас идет дождь, как вы можете заметить. Ужас. Надеюсь, что меня будет нормально слышно, но дождь тут все-таки есть. У меня взошла редиска. Девочки, ура, ура, ура. Видите, я посадила редисочку. Она у меня вся-вся взошла. Здесь вот тоже вообще красота. Правда, сорняки уже вовсю тоже всходят. Вот. Здесь я тоже посадила что-то. А, здесь у меня я руку еще сюда посадила. И тут смотрю, что-то немножечко всходит у меня здесь. Вот. Так, что вот такая. А сюда я сунула лучок. Вот видите, тоже он у меня начал сходить уже потихонечку. Так что, хотя бы в парнике, но я поковырялась. Вот, так что скоро у меня будет редисочка. Ура-ура. У меня, кстати, какая-то редиска мне сестра покупала. Не помню какая, но, в общем, она должна быстренько вырасти, быстренько поспеть. Так что, по крайней мере, в парнике поковырялась немножко. Хотела и на улице, но, как вы видите, дождь. У нас ужасный дождь. Вот. Прям поливает вовсю. Вот. На обед я сегодня сварила супчик обычный с капустой. Самый простой. Такой, ну, не сильно густой я его делаю. В общем, это щи и свежей капусты, по-другому можно назвать. Желтый бульон у меня, потому что добавляю сюда куркуму. Говорила много раз, но просто спрашивают иногда, что варю ли я на бульонном кубике. Нет, на курином бульоне я сейчас сварила. Вот такой вот у меня получается супчик.
Приехала ко мне LaModa, заказала вот такие, они были по хорошей скидке, такие тапочки. Они у меня бегают, мальчишки, на улице в таких, ну, удобно одел, там, вышел куда надо. Вот это младшему своему, а это старшему. Вот такие вот заказала. Ну, заказала, на самом деле, самые такие бюджетненькие, можно так выразиться. Потом своему младшему сыночку я заказала вот такую кофточку. Это... Вот такая какая-то марка. В общем, ему нравится в последнее время оранжевый цвет. Тоже заказала ему побольше размера. Он, как и старший, хочет тоже, чтобы у него было все оверсайз. И вот надпись такая, в общем. Ну, толстовку тоже летом бегать. Очень, кстати, прикольного качества. Такая плотненькая, хорошая толстовочка. Потом себе я заказала такие... Ну, я ношу это как нижнее белье. Я знаю, что некоторые носят там, я не знаю, как топ вот это вверх, но я как нижнее белье ношу под майки с большими такими вырезами, особенно в районе рукавов, да, когда такие большие вырезы. В общем, как нижнее белье, короче, девочки, ношу. Летом сверху одеваю какую-то майку, и можно спокойно наклоняться, ничего не сверкает и так далее, да. Вот, в общем, вот такой топ мне очень понравился. Он идет просто обычный. Я заказала размер XSS. Следующий размер, по-моему, ML идет. Ну, что-то такое, в общем. Тот, который следующий размер, мне большой очень. Так как у меня размер небольшой, это не подойдет на большую грудь. Потому что, видите, хоть здесь все и тянется, сидит очень комфортно. Сделан из такой, как хлопковой, видите, вот такой ткани, очень классной. Вот, но мне очень понравилось, очень удобно. Просто такая маечка для дома, девочки, вообще супер, на мой взгляд. Вот, и к ним вот такие вот тоже трусики высокие. Здесь идут, получается, просто беленькие и вот такие розовенькие. И верх тоже просто белый, вот такой розовый. Очень классно сидит, но, еще раз повторюсь, не на большую грудь, девочки. Но я люблю подобные вещи. Но, наверное, с большой грудью подобные невозможно носить, наверное, более спортивные. Но я люблю вот дома, сверху одел какую-то майку, ничего не торчит, ничего. Но я уже решила взять комплект вместе с трусиками. Но очень приятный, комфортный, хорошо тянется, комфортный к телу. Так что вот такой комплектик себе взяла. И еще последняя вещь, которую я заказала себе, девочки. Я не знаю, что со мной происходит, но мне безумно нравится желтый цвет. Я просто фанатею от желтого цвета. Я не знаю, что с собой делать. Ну, в общем, заказала вот такую. Это рубашка. Она удлиненная, сзади она более длинная, спереди более короткая, с коротким рукавом. Вот такая, точно такая же рубашка. Это марка Adidas. У меня уже есть ветровка от Adidas, и вот взяла вот такую майку. Она есть и с длинным рукавом, и такая же есть в другом цвете, в таком более оранжевом, но такой мне не нравится. Ну, как бы желтый, желтый, конечно, мне нравится. Здесь идет рукав вот такой как бы с подворотом, потайная застежка получается, да, на пуговичках. И, боже, как она мне понравилась. Здесь вот такие... как лампасики идут по рукавам. Очень классная. Она очень приятная к телу. Хотя это вроде бы синтетик. Вот, да, 100% полиэстер. Но это как бы вещь спортивная. Это вещь, которую я собираюсь носить с джинсами и с каким-то, ну, топом, майкой, да. Вот. В общем, на лето будет вообще супер. Ткань очень приятная к телу. Вещица, конечно, очень классная, на мой взгляд. Я не знаю. Она... Я взяла самый-самый маленький размер. Вещь эта действительно очень сильно большемерит. И самый-самый маленький размер сидит на мне оверсайз. Я нисколько не пожалела. В общем, сейчас примерю, покажу вам на себе. Ну что, девочки, вот так выглядит рубашка. Джуси моя пришла мне помогать. Отгладила сейчас. И смотрите, как она... Сзади более длинная, спереди покороче, очень приятная к телу. Я ее примерно вот так вот планирую носить. Единственное, что я хочу поменять вот эти джинсы, потому что они с низкой посадкой, и они как раз... Ну, в общем, пузико мое очень становится заметным, девочки. Я хочу с высокой посадкой, тогда у меня не так заметен сильно животик. Вот, и вообще они у меня как-то все время вот так собираются. В общем, такие джинсы немножко непонятные, на мой взгляд. Они очень такие, ну, немножко с рванами таким. Не знаю, может быть,
Может быть, футболку какую-то другую одевать. Вот эти джинсы прикольно смотрятся, если не обтягивающую футболку. Но так как у меня вот такая рубашка, да, то футболка... Ну, в общем, не знаю. В общем, можно поиграться, короче, одним словом. Но, в общем, джинсы хочу я другие. Такого же цвета, но другие и без дырок, без всяких потертостей, одним словом. В общем, белые кеды. Вот такая рубашка. И... которую можно застегнуть, но, скорее всего, я буду носить примерно вот таким образом. Только пузико мое. Примерно вот таким вот образом, да. Только футболку тоже другую, потому что вот эта футболка, она полупрозрачная. Но я хочу такую поплотнее, чтобы не видно было белье, ничего не видно было. Вот, и джинсы с высокой талией. Но все равно у меня в планах это было покупать. И такая рубашка. Рюкзак или какая-то сумка, и все супер вообще, да. И ногти еще желтые. Вот, так что мне очень нравится, но она реально крутая, приятная к телу, с длинным рукавом есть еще, есть такого какого-то красноватого, такого цвета кирпичного, что ли, непонятный такой цвет, не знаю, как его правильно назвать, но, в общем, на LaModa есть вот этой марки другого цвета еще, но мне очень нравится, классно. Еще сегодня приготовила такой незамысловатый ужин, пожарила котлетки и сделала такой свекольный салат. Майонез, ну, свеклу отварила, майонез, чеснок, соль, все это перемешиваю и получается очень вкусно. На гарнир у нас макароны еще будут и вот такие вот у меня котлетки. Я эти котлетки протушиваю в этой плошечке, просто наливаю туда водичку. Вначале их обжариваю, естественно, обжариваю я их в панировочных сухарях. Ну и потом немножечко протушиваю, они тогда получаются очень такими пышными, мягкими, сочными, очень-очень вкусными. Так что вот на такой вкусной ноте на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным, самое главное, интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!